Я знаю, что ты не куришь травку. Я знаю. Но сегодня ты у меня полетаешь. Потому что сегодня пятница. У тебя нет работы и вообще тебе негде наделать. 9:00 На часах утра теперь уже не так часто. Болит голова, глаза открыв. Пробудившись, понимаю, что теперь меньше зависимость попадаю. Третья неделя без героина в теле. Перекумарить получилось, неужели? Вода в умывальнике, и кажется теперь, что смывая всю грязь, что была во мне. Ход мысли прерывает звонок телефона. Алло. Йо, ватсап, хорошо, что ты дома. Как здоровье? Да ничего, все нормально, по-моему, потихоньку отвыкаю от дряни. Да я тоже, 3 недели под завязкой. Слушай, давай устроим по теме праздник. Пиво, девчонки, может быть, немного водки. С пацанами соберемся, просто дома я все сутки. Вообще-то да, этого мне не хватает. Уже целый месяц нигде не бываю. Ну все, давай тогда, мы уже договорились. Ага, алкоголь, девчонки, только без героина. В 9 точно, как договорились, пацанами у одной знакомой дома мы собрались. Чикса путевая упакована конкретно. Огромная квартира, бабок валом заметно. Все путем она понравилась не сразу. Повела меня на экскурсию по хазе. Пацаны остались пивом и ее подружками. А я пошел на кухню за пивными кружками. Пиво вместе с водкой алкоголь вставляет. После перекумара организм слабеет. Я опьянел на удивление быстро. И так же быстро оказался в постели. Чик, секс и алкоголь расслабляют разум, тело. Тёлка предложила раскумариться герой. Тот момент был уже вне контроля. Хорошая возможность, чтобы проверить волю. Как оказалось, у меня ни хрена. Силы воли не осталось, ворвался я. В тот же момент дыхание перехватило. Стали оставлять меня жизненные силы. Я провалился в бездну темноты и светлых коридоров. Не заметил я, увы. Не заметил я, увы. Снова глаза. Знакомый, я вижу, хочешь начать снова, тогда подойди поближе. Что не удержался, мой мир опять ворвался. Я же видел свет сверху, как ты сдался. Стою, как вкопанный, не могу поверить, как я попал сюда, к этому зверю. Оу, щет, неужели это ад? Нет еще, сынок, только пропускной пункт. Читает мои мысли, влезает в организм. У парня перед глазами пролетела жизнь. Добро пожаловать, он открывает двери. Здесь для тебя уже давно место подогрели. Как луч света, мысль в голове. Ведь больше, чем жизнь, нечего терять мне. Ну что ж, давай, попробуй, человечек. Мы уже так и сожгли, как коробок спичек. Он жал Деву Марию на своей груди. Закрыл глаза, чтобы молитвы отпустить. Грехи под смех, дьявол, его душа открылась. Богу с покаянием напрямую обратилась. Луч света, который не заметил дьявол, стал вдруг пробиваться прямо к его телу. Верой наполнился разум и тело. И тут раздался голос: делай, без лишних слов, всякой болтовни. Я подошел к зверю, схватил его за ноздри. Бэм, удар, как учили улицы. Разбил лицо, но сам провалился. Яркий свет, люди в белых халатах. Я чувствую руки матери и брата. Я вырвался, я знаю, туда больше не вернусь. Но многим пацанам еще предстоит пройти этот путь. Смоки, продай мне косячок. Нет, ничего я тебе не продам. Ну ладно, о прошлом пора уже забыть.